Я читаю 98-й псалом. Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду ты совершил в Якове. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним. Они хранили Его заповеди и устав, которые Он дал им. Господи, Боже наш, Ты внимал им. Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш».